Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обратиться к вам по такой теме столкновения Нацкорпуса и Сергея Сивоха. Считаю, что это была постановка, которая организована при помощи Сивохи и Нацкорпуса для того, чтобы закрутить гайки в стране и уничтожить или придавить независимых патриотов и активистов. Считают, что олигархическая система борется хитрыми методами против честных и патриотических людей. Спасибо за внимание. Всем благополучного дня. Подписывайтесь, комментируйте.